Ну что, я готов. За дело. С ума сойти, ты нашел Кенни? Я поверить не могу. Приветствую вас на канале Asma Day Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. И сейчас мы отправляемся за Кенни. А вдруг он не Так, а как мне проехать-то лучше? Самый лучший вариант. Понятно. Если он расшифрует файл, выдаст себя. Кенни борец за правду. Говоришь, там есть компромат на Блюм? Да там на кого хочешь найдется. Думаю, их бывший сотрудник не сможет устоять. Когда найдешь Кенни, что ты ему предложишь? Ему придется рискнуть. Если займется расшифровкой, его найдут. Придумаю. Не зря он прячется. Да. Он пошел против Блюм. Разоблачил их. Сыграем на этом. Будешь угрожать ему? Не. Но он хочет отомстить. Он ждет возможности. И я ему с этим помогу. Ну что ж, давайте телепортируемся к нему. Итак, мы подъезжаем. Последняя зацепка. Тихо, тихо, вот сюда. Поворот. Посмотрим, что ты мне покажешь. Помни, яблочные пироги и лимонад. Хренов райский уголок. Место, куда все убегают из города, когда припечет. Я возил туда Джекса и Лену на рыбалку. Не поймали ничего. Но им было все равно. Да, мои лучшие воспоминания. И худшие. Ну что, пойдемте искать. Рэй засекли в районе этой марины. Так. Вряд ли он там до сих пор. Но хоть что-то. Так, денежку сняли. Денежку сняли. Что за... Да, хорошо. Ты можешь пожить. И ты сколько так. Сходила? Тридцатку, но это ладно. Вот сюда. Ты себя полной дурой попалась на развод. Взломок. Чел возле твоего дома? Ну, с чашками. Слушай, ну сходим потом и пригрозим вызвать копов, если не вернет деньги. Лучше не надо. Видела татухи у... Черт, накосячил. Хорош тупить. Давай, где ты? Кто-то тут получил нужный мне код. И что это? Пароль отсутствует. Найдите другого работника. Так и есть. Давай, кто тут? Ага. О, да. Еще есть кто-то? Так, рассказывай, что-то какой-то толстый должен быть. Так. Блин. Какой ужас. Да где ты? Где ты? Что за черт? Че, опять взломать? Ладно, давайте еще раз взломаем. Еще раз взломали. Боже, тело человека. Сигнал прошел через центр CTOS. Похоже, он еще в игре. Давай. Да понятно, почему именно полный. Подбирается к Блюм обходными путями. Ты где, тварь? Блин. Проникните на вышку. Без проблем. Уезжаем. На вышку-то мы без проблем проникнем. Нам там погорцевать придется, если я не ошибаюсь. Как это была вышка заблокирована у нас. Старая, заброшенная.
Так. Ну, учитывая, что расстояние-то не очень большое, можно и ехать вот, вот сюда. Вот она. Тут вроде как на мотоцикле надо. Да? Вот, да. Тут заброшена станция сети ОС. Блин. Видимо, Рэй шаманил через нее. Давайте смотреть, как тут можно пробраться. Тут можно пробраться? Как-то можно. Так, где-то тут должен быть. Вот так, сюда смотрим. Блин, не разворачиваться. Все, зашли. Опа, опа, опа. Так, смотрим. Куда нам надо? Так, вниз. Так. Минутку. Так. Спускаемся вниз. И смотрим. Надо открыть. Так. Взломать. Так, что-то мы открыли. Еще разок. Ага. Открыли, да не совсем. Так. Какой? А где эта дверь-то находится, которую мы только что открыли? Так, ладно. Вот это? Нет, не она. Ну и не это, это же видно. Так, где эта дверь может быть? Мотоцикл, цикл, цикл. Давайте посмотрим. Если есть антенна. Я помню, что-то надо крутить вверх. Так. А, вот, вот так вот. Так, становимся сюда. Крутим, 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 вертим. Что у нас здесь? Так. Сюда надо как-то тоже попадать. Вниз. Падать, нет? Нет. Нам туда не надо. Нам надо. Так, а как? Тут как-то же можно. Как-то же можно. Есть здесь пещера где-нибудь? Так, это для мотоцикла стоит. Ну, кстати, он еще один мотоцикл. Где ты? Максимум. Обнаружена уязвимость. Где она обнаружена-то? Так. Куда я могу залезть? Сюда могу залезть? Здесь. Блин, блинский, так. Ну-ка, давайте посмотрим. Опа. Это куда-то я иду? Нет, нет, нет. Мне вот эта камера интересна. О. Так, где-то что-то я открыл. Теперь здесь.
А, вот так и надо, все, понял как. Вот теперь мы бежим сюда уже. Блин, такая круговерть, ничего себе. Нас переносит сюда. Ползи. Вот открыли мы. И вот сейчас. Да. Вот так. Поехали. Вот оно как. Но это еще не все. Все легко и просто, как оказалось. Надо было просто посмотреть. Так, и сейчас здесь у нас. Блин. Ничего я бомбанул-то. Перехваченный звуковой сигнал, файл. Ну, вроде тут больше ничего нету. Осталось только нам открыть дверку нашу. Ой-ой-ой. Так. Где-то что-то опять открыть. А, вот здесь вот. Чтобы далеко не ходить. Кстати, что я хочу сделать? Вот так вот. Чувствую, мне трамплин пригодится. Вроде как напасть должны. Идем, идем, идем. Сюда. Все верно, сюда. Скрытая ось. Так, какой-то мне маленький островок, да, открываешь? Какие-то пьяницы, что ли? Значит, Джек, владелец Джеди Дайс Бар, лучшей забегаловки в Поуни. Ну что же, надеюсь, Кинни еще трезвый. Че, никто не на меня... Не позарится. Блин. Ну-ка назад. Ну какой мотоцикл. Блин. Хреновый прыжок. Ну да и ладно. Ой-ой-ой-ой. Где-то наверху, да? Где-то наверху. А это труп. Ой-ой-ой. Ну чё, телепортируемся, включаем наш телепорт. Ну и вот мы практически добрались. Так, 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 берем задание. Ты точно не приплетаешь к делу какие-то личные...
Заходим. Что там? На счету 13 тысяч. Хорошо. Нет, это мне не интересно. В другой раз. Не поможете мне? Я ищу Рэя Кинни. Не знаю такого. Зря надеешься. Что пьете? Сейчас перепить вроде надо будет его. Заплати. Сотню баксов налом. Типа страховка. Да я что-то без налика. Запишу на твой счет. Зато без налом у меня до хрена. Итак, Рэймонд Кинни. Ну, и чё? Ну, Рэймонд. Манерам не учили, парень. Не начинай, Тибон. Забудь о нем. Он просто с приветом. Непризнанный талант. Талант, ага. Алкаш, скорее. Пьем. Пьем. Слушай, ты выделяешься, как бабулины панталоны на веревке. Пошло дело, по тебе видно. Так, удерживаем, удерживаем кругляш. Удержали. Думаешь, приятно, когда ты так врываешься? А, вот так надо. Ух ты. О, на цифры еще нажимать. Все, понял. Один, три. Кайф. Давай. Нас всех на свадьбе деда перепил. Давай еще разок. Энергетические вампиры, они повсюду. Спел. Блин. Кого-то взломать там еще можно. Так. Не пропустить субботу. Постоянно суббота теряется. Легче. Легче. Блин, еще. Напомни, как там его звали? Рэймонд Кинни. Тварь. Да если б я знал. Ты мне заплатишь, Тибон? Да, да. Ты должен ему сотню баксов. Опа, оп, а меня бьют за что? Я ж хороший парень. Привет, Рэй. Да закрой за собой рот.
Блин. Вырубил, тварь. Ладно. Посмотрим, что он с нами будет делать. Ой. Ну, теперь, когда мы познакомились... Послушай, друг. Серьезно. Из-за того, что ты здесь, меня вычислят. Есть информация. И что дальше? И есть сложность. Расшифровка. Я нашел источник. Черт. Тогда ты меня точно засветил. Мы осторожны. Мы? Ну, убеди меня. Это не делает нас с тобой друзьями. Еще как делает. Я прекрасный парень. Надо узнать меня поближе после. Меня заказали. Погибла племянница. Эти файлы приведут меня к ним. Я найду их с тобой или без. Просто с тобой это проще. Думай. Заключим сделку. Думаешь, я тут торчу ради своего удовольствия? Думаю, да. С тех пор, как эти ублюдки меня вышибли, я ищу путь в систему. Мне нужен человек, который закинет программу шпион в их сеть. Видимо, это не просто, раз сам не занялся. Эй, если бы было не просто, давно бы сделал все сам. Это невозможно, мать его, мне к ним не подобраться, не подняв тревоги. У них есть моя биометрика. Я так понимаю, у них там вся охрана на меня настроена. Я помогу. Но потом... Поедешь со мной в Чикаго. Да ты что? Окей, на. Соглашайся. Со мной. Вот так. Так. А круто. Оригинальный стиль. А это мина-ловушка. Хреновый из тебя параноик, раз не распознал. Я много их понаставил, но ты здесь, значит, скоро могут появиться и другие. Поэтому к делу. Слушай, у меня очень мало времени. Чем быстрее разберемся с этим? Ты не до конца понимаешь, о чем просишь, друг мой. Эта система создана специально, чтобы находить людей. Я знаю, что к чему в CTOS, потому что сам ее запилил. У нас с ней высокие отношения. Если не стереть оттуда мои биометрические данные, в Чикаго я тебе не помощник. А мой стиль, как ты говоришь, если ты облажаешься, разгребать последствия буду я. А? Давай, покажу. Давай, покажи. Ну? Готов? Готов. Пригнись! Прекрасно. Отлично. Как тряхнуло, а? Аж мурашки по спине. Попробуй сам. Да. Круто, согласись. Эй, здорово. Отдай руку. Приделаю новую. Да, умеешь ты вдохновить. Ну, извини. Тебя что, подбодрить надо? Да. Вперед, детка. Тогда ты все немножечко неправильно понял. Для меня это возможность. Так. Ты поможешь мне, а я тебе. Ты упускаешь главное. Ты сидел в баре, напивался и вспоминал о былой славе. Это не просто сделка. Это что? Это твой шанс. Нет. Черт. Блин. Это ничего так. Но брататься не будем. Ладно, давай вот так вот. Для начала мне нужно кое-что из железа Блюм. Я слегка отстал от жизни. Хочу понять, как работают сканеры. Хочешь, чтобы я пробрался в Блюм? Да нет. Тут у нас... Это железо уже
на черном рынке толкнуть. Я следил за ними. Эти ребята еще те задроты по пушкам. Бери винтовку. Пригодится. Заскочишь на заправку. Патруль из Поуни присвоил себе мою собственность. Так что дуй туда и пригони мою тачку. Давай. Блин, я только воевать их надумал. Тут воевать же надо будет. Ну что ж, давайте телепортируемся к тачке. Так. Прибыли. Смотрим. Тихо, тихо. Сука! На. Нормально. Иди отсюда. Открыть огонь. Не упустите его. Блин. Мне показалось. Вроде там. На! Да стой, стой! Вот так. Едем, едем, едем. В наглую просто таки. Что же он так тащится-то? Чувак, ты реально угнал фургон? Да, но за мной тут хвост. Помощь пришла! Так, а что дальше делать? Что-то я не понял вопроса. Я не мог представить, что ты доберешься до него. Если он тебе нужен, соображай быстрее. Ладно, сейчас. Блин. Так, веди их к моей скульптуре. Пусть чуваки приобщаются к искусству. Блин. Убирай его, но... Веди к скульптуре. Хорошо, тебе сказать. Как я должен до нее добраться-то, блин? Так, о, стой. Как добраться? Вот так и доберемся. Блин, долго. GPS в помощь. Тарань его! Спокойно. Да как так-то? Откуда вас столько много-то взялось? Нет, нет, нет. Блин, всю машину. Мне кажется, делать тут не в машине. Далеко не в машине дело. Тарань. Блин, еще ведь машина-то такая стрёмная, блин. Тарань. Ох, ребятушки. Дайте мне хотя бы что-то. Звали, вот и мы. Нет, никто вас не звал. Будьте добры, валите отсюда. Нате вам. Ой-ой-ой, снайпера-то еще понаставлены везде. Еще звонит кто-то, тот не сейчас. Пугаешь ты меня, Тибо. Тарань его, давай! Он вышел из тачки. Блин, давай. Давай еще. Все? Че, я крут? Все. Вот так вот. Последняя зацепка. Задание выполнено. А так мне грузовик-то и не нужен был, что ли? Вот вы приколисты. Очков навыка. Да мне до навыков как будто бы сейчас. Ага. О бункере заговорили. В каком смысле? В онлайне. Его заметили. Правда, в основном ламеры. Волноваться не о чем. Я их сюда не пущу. Но нас пару раз пощупали. Пощупали? Ага. Один меня нервирует. Зовут Дефолт, и он спец. Присмотрю. Станет докучать, скажи. Давай. Куда мне ехать-то?
Так, прокладываем маршрут. Ой-ой-ой, только что был где-то. Вот он. Значит, теперь фургон на тебе. Твою мать, а ведь это может сработать. Надо освободить подход, чтобы пробраться в здание Блюм. Ты про вертолеты что-нибудь знаешь? Я не про те, что после второй бутылки. Имел с ними дело, да. Только к чему ты это? Предчувствие. До связи. Телепортируемся. И вот мы на подходе уже к очередной цели. Давайте взглянем, что нам предстоит. Я думаю, сейчас, наверное, скрыто надо будет подходить, нет? Какая-нибудь опять закрытая территория, потому что речь была про вертолеты. Шаги за спиной. Или я должен успеть смотаться отсюда? Так, ладно. Для начала оставим мотоцикл в эту позу. Посмотрим, есть ли там катер. Так, что-то там виднеется, но катер ли это? Катер. Что, если что, может на катере свалить. О чем они, мать, их говорят? Далеко не... А теперь мне надо пробраться в штаб-квартиру Блюм. Нигде без Блюм не обходится. А-а-а, за вертолетом следить, по-моему. Не только в сети ОС. Надеюсь, Тибон знает, что делает. Он мотоцикл, поэтому так много и натыкано их. Так, на позиции. Что будем делать с вертушками? Погоди. Давай сейчас. Давай сейчас. Что тебе давать сейчас? Блин, мне же... А там вот катер был, можно по воде бы надо было еще как-то. Хотя по воде, опять же, он на сушу заберется, а я как буду по воде. Преследовать, преследуем. Еще не видно ни хрена, солнца в глаза. Почему именно в это время-то, когда не видно ни хрена? Но самый такой... Вау, бумк. Хороший трюк. В жизни не повторить, да. По крайней мере, мне это точно. Потому что мотоциклы я люблю только в игре. Это же страшная вещь. Мотохрусты. Так, нам сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Он вроде на посадку идет. Ну да, на посадку. Сейчас он на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. А хотя, кажется, я понял. Многие из патруля ПУ не следят за безопасностью в Блюм. И живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди них... полным доступом. Так. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Ломят тебе и дело с концом. Кто-то из вас новый. Так. А, надо незамеченным просканировать. Все, понял. Я думал, просто просканировать. Сейчас он на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. А хотя, кажется, я понял. Многие из патруля ПУ не следят за безопасностью в Блюм. И живут в этом гнезде параноиков.
среди них. С полным доступом. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Так. Где же парни? Весь патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Вломят тебе, и дело с концом. Блин. Так. Еще разок. Кто из вас новоиспеченный глава охраны? Кто? Ты. Возможно, это ты. Или нет? Да ты, наверное. Ну же, помоги мне. Ну? Сканируйте с высоты, чтобы избежать обнаружения. А как я тебя просканирую, если... Ну давай. Так, ну нормально, да? Что-то понять не могу. Так, мне проще тогда на скалы залезть или как? Или к нему подойти? Где ты? Так, отвлечь. Вот отвлечь, как мне к тебе пройти-то с другой стороны? Блин. Вот ты мне задачку. А, вот, 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 можно, вот, все, понял как. Ну-ка, пошел отсюда. Нам не сюда. Так. Нам вот сюда надо. Ой, чтобы избежать обнаружения, да мне вот сюда, дальше, дальше. Подождите, тут никого нету, надеюсь. Ой-ой-ой. Ох ты, снайпер! Так. А вертолет, да, меня палит? Ну давай, уходи, вертолет. Блин. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Так, а если их по одному валить? Сейчас он на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. А хотя, кажется, я понял. Многие из патруля Пууни следят за безопасностью в Блюм. И живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди них. С полным доступом. Так. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Ломят тебе, и дело с концом. Давай. Кто из вас новый испеченный? Да я знаю, кто... Кто там испеченный новый. Возможно, это ты. Как вот только к тебе подобраться? Вот посюда, посюда, посюда. Ну же, помоги мне.
Ползем, ползем, ползем. Блин! Тварь такая. Ну давай, ладно, с другой стороны. Сейчас он на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. А хотя. Хотя. Я понял. Многие из патруля Поу не следят за безопасностью в Блюм и живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди. Так. С полным доступом. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков стоит. Экстремалы. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Уломят тебе, и дело с концом. Так, не-не-не, дробовик еще взял. Вот так. Так, там где-то снайпер, мы помним, был. Вот только где он? Оставайтесь незамеченным. Так, а если я останусь незамеченным-то? Мне вообще взрывать-то можно, нет, что-нибудь? Так. Блин, блинский. Это... Как же вашу мать мне вас понимать-то? Блин. Туда можно забраться выше? Хрен там. Предусмотрели. Ладно, посмотрим. Кто из вас новоиспеченный глава охраны? Так, если бы я знал. Вот он, снайпер. Я согласился. Вот выбора нет. Надо защитить детей, иначе ее убьют. Вроде дела фигня. Какая-то лаборатория глуши. Заброшенная. Даже света нет, хоть глаз выколи. Но я взял бинокль и увидел никого. Мой напарник вроде тоже. Торчали там все часа. Хер бы что, они кролики. Он начал собираться, мол. Давай, улетай, вертолет. Сломать. Зачем ты мне там нужен? Давай, улетай. Улетай, вот это вот подстава. Ой-ой-ой. Бежим, бежим, бежим сюда, сюда, сюда. Так, главное не спешить вот здесь вот. На этом участке-то. Давай, немножко осталось. Вертолет только, только уйдет вертолет, и сразу можно будет приступать. Смотрит. Что смотришь? Так. Давай, еще разок. Он видит там. Давай, я вот уже могу отсканировать тебя. Тихо, 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 тихо.
Нейтрализуем. Сканируем. Черт, не у тебя. Еще попробую. Ой, тогда бежим сюда. Блин, столько. Ладно. Еще кто? Кто может быть? Есть где-нибудь пися важная? Да, проскакивал. Это не просто шайка. Под ними половина парка. Помню, всегда так. Теперь это в норме вещей. С тех пор, как Блюм впухивают сюда деньги, здесь творится черт знает что. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Кто там? Давай, улетай. Блин, не сюда. Он не залазит. Тихо, тихо, тихо. Есть здесь кто-нибудь? Нету никого. Да быть не может. Сейчас вот вертолет только уйдет и тебе кобзда. Там глянь, будь на чеку. Да. Вот так. Вот это я классно придумал. Никого. Иду дальше. Он ранен. Вроде затёрт. Там снайпер. Тут пусто. Продолжаю поиск. Вот так. Господи. А с вертолета, да, меня не видно? Ну это хорошо. Мне это нравится. Ну что ты? Улетай давай. Ой-ой-ой. Так, покинуть зону надо. Я бы так бы на машине бы покинул, но боюсь привлечь внимание ненужное. Так. Бежим по большому радиусу. Вот так. Кто вам тебе это сказал, что я вооружен? Нет у меня ничего. Во все это просто кажется. Меня здесь не было никогда. Опа. И вуаля. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Оставляем ваши комментарии. Пока.